Привет, друзья! Мы продолжаем помогать нуждающимся старикам на Донбассе, нуждающимся украинским пенсионерам, как бы это кого ни раздражало. Татьяна. Рая. Романина. Мне 77-й. Мне 80. Я работала точмаш, токарем. Я на шахте работала. 41 год, 1 месяц и 22 дня стажа у меня. 2900. А мне мужа пенсия. А у меня сколько заработала? У нас какие пенсии там? Ой, ни деточка, не хватает, не знаешь, за что. 2600. На что может хватать? 80 рублей в день. И хлеба купить. И я все на лекарства, бы я инвалид. О, и все надо. Сейчас вон набрали лекарств. Голод. Вы знаете, коммуналку. Но теперь что сказать? Надо что-то и моющее купить, надо и порошочек взять, и живем. И птички еще. Но за лекарства ходила. А то вот за лекарства. Тысячу. А что кушаем? Овсянку кушаем. Каши. Каши какие, да. Ведь раньше давали хоть какую-то гуманитарку, масло постное. А теперь же ничего не даем. Вот это только доживем на эту пенсию. Вон берем куриные лапки. Вот. Ну вот вчера взяла куриных лапок и едим. А что делать? Надо и варить, и суп, и все. А я ничего не куплю. Я не купляю. Картофелин купил. Косточки, вот то, если кто едет, я же никуда не поеду. Глаза не видят. Косточки куриные вот то берут по 25. Лапки, косточки. Лапочки. Ну а что еще? Вот так я и живу. Наесть-то нормально, а что это за еда? Ничего не делаю. Я отдала вон 1000, а мне теперь их надо отдать. Чтобы появились детки, уже ничего не хочу. А украинские мы не получаем. Я украинская, никуда не поеду. Ноги не идут, глаза не видят. Бить начали. Ой, у хати сидим, как лететь град красной этой. Ой, не знали, бежали сюда, вот уже стягивались, знаете, в подвал. Когда вот первая война началась. А наши окна на ту сторону были. Ой, мама, не знал, куда бежать, кто куда. Нет, никто мне не помогал, ничего. Я никогда не получила ни дети войны. Ничего, ничего. Спасибо, детка. Дай Бог вам большое. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог вам здоровечка. Хоть молочка купим. Всем и вам, детка. Ой, мы таких денег не держали в руках.